Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Станислав, и мой канал «Юридическая практика Верховного суда». Сегодня у нас очередной разговор на юридическую тематику. И, конечно же, я жду от вас вопросов, я жду от вас обращений. Мы всегда готовы помочь в разрешении ваших юридических ситуаций. Итак, приступаем к нашему разговору. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое доказательство в гражданском деле. И Гражданско-процессуальный кодекс, конечно же, нам говорит о том, что такое доказательство. При этом, конечно же, понятие, которое дает нам закон, оно несколько усечено, и практика значительным образом расширяет понятие доказательств в деле. И данный ролик у нас является началом целого цикла, в котором мы будем обсуждать проблемы доказывания в гражданских делах, в уголовных, в административных, в арбитражных. И, конечно же, дорогие друзья, вот эти все моменты о доказывании, они будут базироваться на основах. А основой для любого процесса доказывания, конечно же, является доказательство. При этом, дорогие друзья, процесс доказывания у нас осуществляется не только на стадии суда первой инстанции при непосредственном рассмотрении. Процесс доказывания осуществляется уже на подготовительном этапе, на подготовке дела к судебному разбирательству, непосредственно в ходе судебного разбирательства, при принятии судом решения, а также, конечно же, в апелляционном и кассационном порядке тоже имеется процесс доказывания. И вот об этих нюансах мы будем говорить, дорогие друзья. И, конечно же, если вам необходима практическая помощь в составлении апелляционных, кассационных жалоб и иных документов, дополнений, возражений на апелляции, на кассации, исковые заявления, их уточнения, дополнения, обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Итак, дорогие друзья, что же такое доказательство? Статья 55 Гражданско-процессуального кодекса дает нам понятие доказательства. Доказательствами по делу в соответствии с законом являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. И если мы будем подробно разбирать вот это понятие, которое дает нам закон, то, конечно же, мы вычленим самые основные из этих понятий фразы и слова, которые дают нам основу того, что же является доказательством по делу. Так вот, дорогие друзья, если мы посмотрим, то доказательствами являются у нас сведения о фактах. И вот эти сведения о фактах, они, конечно же, содержатся в источниках доказательств. И вот в зависимости от источника доказательств у нас идет по закону, а в теории у нас и в практике есть и иная градация доказательств, об этом мы будем позже говорить. Но вот сегодня мы говорим о законодательном понятии доказательств. Так вот, в соответствии с законом у нас вот эти сведения о фактах, они могут быть получены из первого доказательства, из объяснения сторон. Вот недаром у нас законодатель поставил объяснение стороны в гражданском деле на первое место как доказательство. Потому что если вы спросите у какого-нибудь неграмотного юриста, он вам скажет, что объяснение стороны – это не доказательство, поскольку сторона может говорить все, что угодно. Ха, дорогие друзья, это категорически не так. Именно объяснение стороны – это и есть первоисточник всего судебного процесса, поскольку объяснение стороны содержится в иске, который является основанием для возбуждения гражданского дела. Объяснения стороны, они выслушиваются судом для уточнения, для выявления фактических обстоятельств дела, для определения предмета доказывания. Точно так же, как и объяснение второй стороны, ответчика, который обосновывает возражения на исковые заявления и тоже объясняет о фактических обстоятельствах. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, объяснения сторон носят крайне субъективный характер и представляется суду, исходя зачастую того, что сторона тем или иным образом хочет представить свою позицию как законную и обоснованную, тем не менее,
Это, конечно же, доказательство. И, конечно же, недаром оно поставлено на первое место. Поэтому объяснение стороны – это наиважнейшее, наипервейшее доказательство в деле, из которого фактически все дело и растет. И вот следующий вид – это объяснение третьих лиц. Третьи лица – это тоже лица, которые имеют, обладают сведениями о фактах, о фактических обстоятельствах, и которые могут их пояснить суду в виде заключений, в виде объяснений, при допросе, при даче письменных заключений. Поэтому третьи лица, привлеченные, заинтересованные и так далее, или не заинтересованные в исходе дела, которые имеют только лишь процессуальный интерес, это существеннейшим образом может влиять на исход дела. Поэтому, конечно же, это доказательство. Следующий вид доказательств тоже очень важный. Это показания свидетелей. Но об этом всем известно. И вот показания свидетелей – это не просто важнейший вид доказательств. Показания свидетелей тоже очень многие неправильно понимают. Я, к примеру, очень часто слышал такие позиции, что показания свидетелей не могут служить основанием, если эти свидетели являются родственниками стороны, которая, к примеру, предоставляет. Не может быть свидетелем якобы муж, жена, близкие родственники, братья, сестры, родители и так далее. Дорогие друзья, все это, конечно же, не так. Все указанные лица, и супруг, супруга, и братья, и сестры, и родственники, и родители, все они могут быть свидетелями. Но, дорогие друзья, свидетелем может быть и постороннее лицо, и родное, и вообще любое, кому что-либо известно, которое обладает сведениями. Другое дело оценка этих доказательств. Конечно, на оценку этих доказательств судом влияет множество факторов. В частности, степень родства, какие взаимоотношения были и так далее. Поэтому, конечно же, дорогие друзья, отсюда вот этот миф о том, что не могут быть свидетелями те или иные лица. Все могут быть свидетелями. Абсолютно все. И еще, конечно же, в отношении родственников, близких и так далее действуют ограничения, установленные статьей 51 Конституции Российской Федерации, которая дает право не свидетельствовать против себя, близких, родственников и так далее. Другие свидетели таким правом не обладают и обязаны говорить, конечно же, правду. Об особенностях исследования вот этого доказательства показаний свидетелей мы, конечно же, поговорим, потому что это очень существенный момент, существенный компонент в судебном разбирательстве. При этом, дорогие друзья, следующий вид доказательства – это письменные доказательства. Письменные доказательства – очень важный компонент в любом судебном процессе. Письменные судебные доказательства – это может быть переписка, это само исковое заявление, приложенные к нему дополнения, ходатайства и так далее. Это все доказательства по делу. И в частности, дорогие друзья, к примеру, в апелляционном процессе сама апелляционная жалоба – это доказательство. Пояснение возражения – это доказательство. И, конечно же, я имею в виду письменные. Почему? Потому что они содержат и объяснение сторон, и ссылку на те или иные факты, и нормативное обоснование. Следующий вид доказательств – это вещественные доказательства. Так вот, дорогие друзья, у нас к письменным и к вещественным относят в той или иной степени еще один вид письменных доказательств, как такие, как документы. Это особый вид доказательств. Документы, они содержат необходимые реквизиты, управомоченность того или иного лица на подписание документа и так далее. Вот документы – это особый подвид. И, конечно, о нем мы будем говорить отдельно, именно как о виде доказательства. При этом, дорогие друзья, вещественные доказательства тоже могут быть, в том числе и документы, и письменные, если они отображают некие признаки, которые могут иметь значение по делу. К примеру, если документ содержит некие внесенные в него механическим способом изменения, которые свидетельствуют о его подложности, то он одновременно будет и письменным доказательством, и документом, и вещественным доказательством. Поэтому к письменным, вещественным и документам отношение должно быть особое. И в частности, к письменным доказательствам у нас относятся все без исключения иные доказательства, заключенные в письменную форму.
При этом следующий вид доказательства тоже играет важнейшую роль в современных условиях развития технологий и так далее. Это аудио и видеозаписи. И сейчас, конечно же, они активнейшим образом используются в качестве доказательств по делу. И вот здесь, дорогие друзья, когда мы говорим о доказательствах таких, как аудио и видеозаписи, их нужно активно использовать. Если стороны их признают, то они однозначно могут быть доказательствами. Если нет, то здесь может быть проведена некая техническая экспертиза. К примеру, по аудиозаписям фоноскопическая экспертиза, по видеозаписям техническая экспертиза и так далее. Следующий вид доказательств – это заключение экспертов. Вот это, дорогие друзья, очень важный вид доказательств. И несмотря на то, что у нас закон устанавливает равенство всех без исключения доказательств, и ни одно из них не может иметь заранее установленной силы и не может служить более веским по сравнению с другими доказательствами, но так уж сложилось, что практика идет по тому, что все доказательства равны, но вот заключение эксперта более равное по сравнению с иными доказательствами. Поэтому, конечно же, на него необходимо обращать особое внимание, и мы будем подробно обсуждать заключение эксперта, его недостатки, основания для повторной экспертизы, основания для тех или иных видов экспертиз дополнительных и так далее, которые существенным образом могут изменить ход дела. Но вот это весь перечень, который нам дает закон, статья 55. Но на самом ли деле этот перечень вот такой ограниченный? Конечно же нет, дорогие друзья. Вот у нас под эти доказательства подводятся и множество иных доказательств, которые в той или иной форме у нас можно характеризовать как письменные документы, аудио, видео и так далее. И экспертные заключения. Но, тем не менее, они таковыми в прямом смысле этого слова не являются. К примеру, вот такие вот, доказательства, как заключения специалистов, они однозначно могут использоваться. Рецензия, конечно же, может использоваться. Нотариальный осмотр доказательств в виде электронной переписки, конечно же, да. Свидетельства, полученные из интернета, однозначно. Поэтому, дорогие друзья, вот этот перечень, он не ограничен на самом деле теми доказательствами, и сейчас их множество новых возникает. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, если мы вот об этом говорим, то, конечно же, вот если мы об этом говорим, то давайте сделаем вывод. Все доказательства, вот абсолютно все доказательства, которые используются в деле, они тем или иным образом описаны законодателем. Но есть разговор о тех доказательствах, вот, которые ставят в тупик и о которых ломают копья даже профессора. Потому что вот простой человек, который только вступает в процесс и не знаком с практикой правоприменительной, не является специалистом, он иногда задаст такой вопрос, который поставит в тупик и профессора. И вот я очень люблю такие вопросы от людей, для которых, которые только начинают знакомиться с юриспруденцией, потому что эти вопросы, они очень важны. Они показывают незамыленный взгляд на вещи. Вот в частности, один из зрителей меня спросил, а является ли доказательством по делу, к примеру, позиции Верховного суда, или пленум Верховного суда, или бюллетень практики. Вот это вопрос. А закон, который мы используем, что это такое? Что по своей сути закон? Доказательство это или нет? Вот это вопрос очень интересный, дорогие друзья. Ведь все привыкли, что законы, они у нас применяются во всех без исключения документах, как нормативное обоснование или как обоснование для опровержения той или иной позиции по делу. А является ли сам по себе закон как документ, как письменное свидетельство волеизъявления законодателя по поводу тех или иных правоотношений, является ли закон доказательством в деле?
Дорогие друзья, вопрос интересный, и мы будем и его разбирать. Ну, а на сегодня, пожалуй, дорогие друзья, все. И, конечно же, если вам необходима помощь практическая, дорогие друзья, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем в составлении апелляций, кассаций и иных документов. Удачи вам в делах. Счастливо!